Все, гол! Лезь! Найс! Вито, ты что делаешь? Да! Добрый день, молодые люди. Меня зовут Эрик Сукашоков. И сегодня вместе с Ариком Шарфом, с Инсайдом и Фандером у нас будет шоу-матч. Реванш, который мы долго ждали. Мы в тот раз обосрались. И сегодня не факт, что мы не повторим ситуацию, но в любом случае я не обосрусь с контентом. Сейчас я вам покажу все от начала до конца, за кадром, что творится на этой площадке. Нас встречает сразу же 10 компьютеров. Встречает Паша. Здорово, здорово. Рад видеть. Паша организатор всего этого деяния. Паша. Да. В кругленьком стиле. Собственно, команда играет тут. Да, с одной стороны 5 человек, с другой стороны 5 человек. Есть у нас повки, которые точно будут работать. Повторы, да? Хорошо. Повторы тоже будут. У нас там куча графики всякой и так далее. И вот можно туда обратить внимание. Там гигантский экран, который будет из аналитики перелетать сюда. В общем, много красивых кадров. У нас состав не поменялся, но состав быстро был изменен. Ушел Рокси и Доси. Пришли на замену Строгу и Дизаут. Давайте поздоровимся, посмотрим вообще, как они тренируются, потому что мы только пришли. Так, он играет на Брутале, поэтому проходим. Добрый день. Когда вы будете тренироваться? Мне не надо тренироваться, брат. Тебе не нужно? Нет. На опыте? Да. Ты в прошлый шоу-матч играл. Какое у тебя мнение насчет сегодняшнего? Ну, честно, мне кажется, то, что мы чуть посильнее. Чуть-чуть. Так, по девайсам я взял, понятное дело, беспроводные девайсы. Это наушники и клавиатура. Ну и спасибо большое Invasion Universe, потому что я попросил у них эти девайсы, я приехал без ничего. Так, давай я спрошу вас про ваше мнение. Сервера классные. Нет, не только это мнение. Насчет игры. Мы сложновато. Мы справимся. Так, ну что, короткие интервью перед матчем. Шанс на победу? КФ 3. А почему так много? Так много? Ну, потому что потренировались вчера, поднабрали сил, уверенности и сейчас готовы стараться. Нет, а если бы не потренировались, тогда какой КФ был? Тогда бы был похуже, я бы так сказал. Чирик, да, где-то? Где-то так, да. Так, Илюх, что расскажешь про матч? Соперники? Соперники великие. Я считаю, что этот состав вообще не слабее того, что был на стримхате, вот правда. Что в прошлый раз не хватило? Чего не хватало? Коммуникация была очень плохой. Было некомфортно играть, но это не оправдание, опять же, потому что все играли на равных условиях. Это причина, это не оправдание. Да, это причина, но глупо, знаешь, когда так в ноль закрывают, указывают какие-то причины такие. Вот, поэтому... Ну, я думаю, что здесь будет игра гораздо лучше. Ну, вы поработали над коммуникацией? Эрик не будет молчать? Нет, все будет плохо. Будет плохо. Да, мы вчера поехали в клуб, и все было печально, на самом деле. Но посмотрим, что будет сегодня. Я надеюсь, что ребята будут сегодня в фокусе, все раздупленные, так что Гуччи бандана. Окей. Так, начинаем пикать карты. Орел, Решка. Орешка. Нет, да, нах ты орел еще тот зайдет. Ну, уже орешка выбрал, смотри. Покажи. Опа, орешка. Покажи, сегодня просто так решка. Ебать хотел, я шарит, хуйня заскриптовала. Давай, выбирай, кто первый банит. Илюх. Минус. Не-не, кто первый банит, вы или они, брат? Давай, подожди, а если... Давай ты. А если вы первый банит, то вы последнюю карту выбираете. Получается так. Получается так. Бань? Да все просто. Пошло нахуй, это вертиго. Вертиго в бане. Вау, покажи. Вертиго в бане. Вау, спасибо. Это что, положение какое-то? Это технология. Ничего, не ты сделал. Стартап. Проговаривайте. Пик получается настроен. Теперь пропикать. Да, теперь выбирай. Выбирай первую. Мираж, да? Ну давай, Мираж. Ладно. Заставили. Ладно, ладно. Давай сделаем. Ну-ка. Уэрпас. Давай Инферно. Плюс Инферно? Плюс Инферно. Окей, плюс Инферно. Даст или Юкс? Это мы пикаем. Ну пикать тебе, да. Плюс Нюк, даст Десайдер. На самом деле, мы бы, вот сказать честно, типа, да хоть вертиго мы бы играли или тренд. По сути, непонятно вообще, какие шансы. Но, понятное дело, приоритет у них. Сейчас ставка на нас 3-3 на победу, то есть нас никто не верит. Да. Мы здесь черные лошадки, аутсайдеры и боты. Посмотрим, как смогут отыграть эти боты. Мне массаж делать. Я отгадаю, кто это. Так, кто это? Вот. Это Алик? Почти.
друзья, в общем, мы готовы начинать, поэтому по готовности чата, когда первый из вас напишет «Go», мы запустим игру. Поехали. Все, «Go», ура! Ура, друзья, ты меня слышишь? Да, я тебя слышу, а ты меня слышишь? Я тебя, к сожалению, тоже. Первая карта, дорогие друзья, Демираж. Команды не придумали, начинают в атаке, Team Booster в защите. Начинается активная позиционка под точку А, и видим, что пока на тикетбоксе в соло бустеры оставляют, ну и под раскидку ютуберы, ну сразу начинается вот этот потня, но посмотрим, что из этого выйдет. Я под коврой проверяю. Тикет, чел. Тикет! Флешку даю, флешку даю, пушьте. Зеленая бомба. Инсайд, это все-таки и фраг последний за командой бустера, и первый раунд в защите. Пистолетка ютуберами проиграна. Я мил попробую пикнуть, понял? Я первый пикну, у меня рез. Давай мне рамбу. Нет, не вижу мидл. Пушит снизу, откуда. Центр, первый минус, Данжер Леха погибает, и тут три оппонента еще, но пока просто не чувствует соперника. Нормально. Говоря, уже забрал каравая, Пока решил пострелять немножечко по бустеру, ничего страшного. Бустер выходит, сразу же отлетает в обратную сторону. Слишком сложно было ему тут с Максимом действовать. Пока все-таки попытался сделать и сделал. Минус 2 со стороны Поки. Ситуация 2 в 3. Остается строгая десаут против Денджер. Легкий фандра, нет, десаут. Ой-ой-ой-ой-ой! Отличный прострел от Сережи. Денджер Леха падает, фандер последний. 3-0, первый бай со стороны команды не придумали. Проваливается. Идем, парни. Выход через ковры, и бустер принимает, что сейчас будет массовый выход на первого оппонента. Дабл килл, трипл должен быть от команды бустера. И только размен от шока. 2 в 4. Голова. Сейчас очередной бай со стороны команды атаки, они же не придумали, и сейчас они попытаются каким-то образом все-таки уже найти тот самый первый раунд в атаке на вражеском пике. Сыграл. Яма. Все, ласт и яма. Вместе. Молодец. Нет, это все-таки первый раунд за не придумали. Я думаю, вы прекрасно слышите, что творится у этих ребят. Карри, убили кар? Да, шорт был. Планчеты флаги есть. И мейн авик. Есть еще один минус, ну и ситуация 2 в 3. В меньшинстве остается команда, не придумали. Данжер Леха смещается на форест. Именно с этой стороны попытается принимать игроков. Хорошая голова по десауту залетает. Мусорка. Его пока не замечает, но дэмэдж по себе ловит. И его перестреливает Пока. Фандер 1 в 2. Найс. Молодец. Не дефолтные пистолеты и арморы. Денджер Лех открывается из-под коннектора, закрывает Поку. Пока падает. Мегараж. Есть минус по бустеру. Бустер также остался не у дел. Ситуация большинства для команды не придумали. И заход под базу А. Я кинул. Коннектор можешь ставить. Под коннектор ставлю. Прикольно. На бомбе останьтесь, надо, пожалуйста. Остался. Я ставлю. КТ. Сити. Строго остается последняя ситуация 1 в 3 для него. Но у него есть и фарм. Ой-ой-ой. Ну что, найдут или не найдут те самые девайсы? Вот сейчас инсайд, кстати говоря, рискуют упасть, потому что строго не чекают. Вообще, может, двоих закрывать. Закрывает первого, закрывает второго. Отличная работа от Ивана. 6-6, друзья. 13-й раунд. И, наконец-то, бай со стороны бустера. Шорт двое. Еще один. Кичи навик. Шорт. Он меня поймал. Кичи не прав. Бля. Сорян, Илюх, прости, братик. Очень строгий дядя, который говорит: отдай, мальчик, бомбу, отдай. Строго! Что по стрельбе, Иван? Ой-ой-ой-ой-ой. В любом случае, пока еще игроков большое количество у команды. Чего?
Что? What is this? Но... вообще непонятно, что сейчас произошло. Фандер снова хотят резать, как я понимаю. Фандер. Фока попытается каким-то образом зарезать своего оппонента. Бежит. Фандер. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Фока поиздевался немножечко. Поиздевался. Я просто кофту поправляю и он выходит. Я думаю, как чел с головы пойдет ковры пусть. Это же вообще пиздец, типа. Пойдем. Пойдем. Шок. Находит свой фраг, но и десаут выходит на стрейфе. Первый минус, второй минус, это десаут! Браво! Ой-ой-ой. Найс. Открывается. Будет закрывать его топ-10. Пистолетка уже за командами ютуберов. Глупо и бессмысленно. Закрывают десаута. 8-10-9 по итогу и максимально близко. Забери, забрал. Смог. Еще неплохо. Шок падает, Фандер. Ой-ой-ой-ой-ой, десаут, десаут. Бей своих, чтоб чужие боялись. Бля. Блядь, прикинь, две головы дал, никого не убил, нахуй. Это пиздец. Все, это вся, ребята, вся. Ну и моментальные два фрага сверху. Последний Данжер Лех и Фандер остаются. И кажется, что интрига в раунде похоронена. 1-3. Снова Фандер, снова последний. Ну и его без особых проблем закрывают. 11-8, друзья. Флешки, флешки. Между. Между живой. Хорошо. И Бустер с десаутом остаются вдвоем. Бустер также погибает. Ну и десаут Сереж Григорян тоже погибает. Это 12-9. Упорит. И последний туда же отправляется. Это 14-9. Уже чуть проще должно быть, но за дефолтом Фантер прекрасно слышит своего соперника. И минус по инсайду. Но здесь Фантер находит... Брату пикает. 15-9. Это Сережа. Знакомьтесь. Трое яма. Не-не-мань, черт, поживите. Черт. Двое, еще. У нас Фандер двоих, там еще и Денджер Леха подключился. Ситуация 3 в 2. И каким-то образом, вроде бы, ой-ой-ой-ой-ой-ой, знакомьтесь, я Инсайд. Здорово, отличная работа, 10-15. Давай. Пелос. Этого раунда, и уже будем перемещаться в следующий. Закрываю все-таки. Гараж строго, и мы с вами наблюдаем счет 12-15. Сиди верхний, сиди верхний. Убил Пелос. Тачка. Еще. Большой план. Помогай. Сайт ваш. Найс. Слышит каравай. Открывается по нему. Каравай устанавливает все-таки пакет. И по итогу ситуация уже у нас более или менее выравнивается. Но все равно еще много всего нужно сделать. Десаут замещает игрока. Закрывает шок. Остается только лишь Инсайд. 16-14. Победа стример. Ну я старался. Я что мог брал, но, блядь. Так, ну что? Фристайм постепенно подходит к концу. И пистолетный раунд, дорогие друзья, начинается прямо сейчас. Все, бегите. Слева, налево. Коннектор. Слева. На сайте. Строго в туалетах. Ой-ой-ой-ой-ой! На самом деле, шансы были и у шарфа. Снизу APC. APC 9 авик. Вода еще, вода, ребят. 9 авик. По девятке отработал, но правда против Кровая. И Поки остается там. Два скаута. И снова два дула готовы принимать своего соперника. Ну и Фандер. По ХП все прекрасно. Есть калаш. И девайсы против него играют не самые мобильные. Но Пока достает Дигл и говорит до свидания до четвертого раунда. Я же говорю, еще лонг. Ну я понял.
Я ставлю. Ставьте бомбу. Но правда, здесь моментально ротация идет в исполнении команды бустера. Так, девятая от шарфа работает филигранно. Еще один от инсайда. И подожди, подбирается и Авик, и АК-47, и уже тикает бомба. Строго идет дальше. Десаут есть первый минус. Инсайд закрывает. У нас хорошо десаута. Строго на размене, но времени очень мало. Очень мало времени. Строго. Дефьюз китов у него нет. И закрывает шока и просто бежать. Еще и убежать не успеет. Там. Так, и довольно волевой раунд. Команды не придумали себе, забирают. Знаешь. Я все время тебе говорю, я смотрю, воду взял. Ты пикаешь воду. Зачем? Алло, будь же! Вот на монстре погибает шок, последний шарф остается. И тут ты что делаешь? Убил его. И за сайтом. Убил. И ну и минус от Бигараша по десауту. Шикарно. Пошел на их поиски. Видит первого. Плюс 600. А по второму имеется информация. Плюс 1200 для инсайда. Ну и последний остается Пока. И он прекрасно знает, где находится его соперник. Ну и Фандер будет блюсти порядок в рамках зигзага. И он его соплел. 4-4. 4 раз бы сделал. Беги Зик, давай. Все остальные идите с Авикс. Так, ну что же, здесь полетела Катавасия под базой Б. Две гранаты стакают на базе Б. Команда не придумали. Первый минус от Фанра имеется. Размена десаута не получается. Даблкил уже от команды не придумали. Ну и бустер с Юмпиком тоже погибает. По ХП были проблемы, поэтому здесь долго Вячеслав стреляться не мог. Давай. Одного в этой позиции Фандер остается последний. Находится внизу, чуть ниже своих оппонентов. Но закрывает строго. И ситуация один в один. Каравай или Фандер? Кто окажется сильнее? Ну, Фандер, конечно, чуть больше такого компетитив опыта, чем Каравай. Но! Каравай говорит. Но. Да, ставлю. Хорош. Подожди. Хелпа, Авик. Дарту опять погибает от карабули. Снайперская винтовка от Мегараша забирает каравая. Но там остается десаут. И десауту нужно идти пикать. Его соперника берет ножку. Да, что достал его дяденька. Ну и еще один промах. Ну и времени все меньше и меньше. Хорош. Здесь один. Парни, подходите. Лонг еще есть. Лонг убили. Убил он. Найс. Только Юсп в руках. Флешку накинули и уничтожили. 7-5. 7 раундов в атаке. Идем. Халпа. Халпа и Молик. Блин. Чувак. Пока поджал фонтан. О, а по стрельбе не поджал. Пока дал информацию, что еще один соперник там имеется. Эрик Шоков находится в ПХП, конечно, в не самой завидной ситуации. От Мегараша размен по десалту. Толчок, туалет, толчок. Туалет. Все, стулья. Банан. Хорошо, ебать. Но Фандер тут как тут. Буст, двое хелпа. Не пикай. Секунду, инсайд на приемке. Инсайд! Браво! Отличная стрельба от него! Каравай! Каравай! Как же так? Это провал! Это провал! Слава последний! Пошли бы нахуй! Не переживай. Извините, пожалуйста. Центр Леха. Есть минус по каравай. Бустер на размене. Ситуация 4 в 2. Фандер на приемке. Фандер. Есть все-таки минус по бустеру. А вот размена почему-то не было. А вот почему не было размена? Размен не заставил себя долго ждать. 7-11. Так, очередной раунд. Раунд под номером 21. Бустер. Остановите этого львиного льва. Минус 2 от него. Фандер и инсайд падают. И по итогу остается Денджер, Леха, Шок и Мегараш. Нет, простите, Мегараш тоже вышел немножечко. Ну и Денджер, Леха.
Да, слушай, если сейчас получится так, что за два раунда никого не потеряют, это сумасшедший прирост по деньгам у команды Бустера. И все, от преимущества не придумали, практически не остается ничего. Авик беру. Там 12 плитом будет выходить, Острога, хороший минус, даблкил уже в исполнении команды Бустера, также пытается третьего затулить за машин, пока не получается, инсайд минус, Фадер фраг и 2 в 3, Бустер с длины приходит, от Фадера еще один фраг в этой ситуации, Бустер погибает, 13-10. Монстр один. Выход на 13-й сейчас для команды Бустера, потому что, напоминаю, что нет денег у команды защиты. Ну и Вячеслав, видно, уже немножко подустал. Да, банан уже. Кидай флеш на вопрос. Нужна купа срочно. Потому что там есть оппоненты. Данжер Леха снова в спине, снова открывается. И в очередной раз ничему фрика в жизни не учит. Данжер Леха. Найс! Ну, Мегараж сейвит в первую очередь второй армор. Диффуза, которые непременно, вполне вероятно, могут понадобиться здесь. Саур. И быстрый выход через монстр. Но посмотрим. Пока видит соперника на бочках в упоре. Закрывает своего оппонента. Мегараж погибает. Пока даблкил уже по инсайду. Также третьему может закрывать. Шок. Дерется. Но Шока здесь должны забирать. Да, третий фраг для Поки. Бустер минус по Фандеру. Последний данжер. Леха. Минус раз должен быть. А минус два будет или нет? Нет, это серия овертаймов. Это топы, друзья. Пока еще ничего не ясно. Пока еще ничего не решено. Да, было два маппоинта. Все, на улице забираем, просто ни раунда не отдаем, блядь. Что-то мы вообще распанялись. Я разнесал. Опа, Слава, ты собрался? Так, ну что, не придумали, смогут ли теперь после такого переломного момента от команды Бустера взять быка за рога и довести все дело до победы в рамках оверпасса. Но с другой стороны, там под длиной орудует Фандер, он ответственный за центр, открывая, есть первый минус в этом раунде для своей команды. Шок погибает, попытка от инсайдера разменяться в дымы, даже Леха со снайперской винтовкой, минус по караваю. 4 в 3, 4 в 2, остается Бустер и Десауд, очень битый Слава, но Слава все-таки свой фраг находит, видит еще в хелпе одного соперника, но на монстре имеется инсайд, которого вполне вероятно здесь не ждет Десауд. Десауд видит, на стрефе пикает, попадает очень плотно, но урон недостаточно, чтобы сравнять ситуацию до 2 в 2. Десауд второй минус находит, 2 в 1, Сережа остается, нет, Сережа уже никуда не остается, потому что Бустер будет отыгрывать 1 в 2, 20 секунд до конца раунда, и он погибает, 16-15. Фандер Лехи, Фандер в упоре должен перестреливать Поку, так оно и случилось, 4 в 3. И Фандер теперь дальше секьюрит точку А. Фандер, ой-ой-ой, отвернулся не вовремя, Бустер этим воспользовался. Фандер без головы в этом раунде, 4 в 2 ситуация. Шок и инсайд, кто окажется сильнее? Шок, есть минус от него, строго сразу на размене. И Бустер ставит точку в этом раунде. Раунд на маппоинты. Либо команда не придумали себе, заберут один маппоинт, либо же команда Бустера прямо сейчас. Инсайд быстро вырывается под слэшки на зиг, получает довольно неприятный урон вместе со Строго. Строго остается последним оплотом надежды здесь. Шок даблкил. Строго здесь должен теперь просто рвать и метать за то, что сделали с его тиммейтами. Нет, он просто погибает. Это 2 в 5, и Пока с Караваем остаются вдвоем. Но это сложно будет, понятное дело, взять. И тут, скорее всего, 18-й. Снова маппоинт для команды. Не придумал, подождите. Пока минус 2, Денджер Леха. И Шок падают. Но что дальше? Что дальше? Каким-то образом нужно действовать и забирать еще Пока. Еще один минус. Но тут Фандер не промахивается. И Каравай закрывает. 18-17. И все-таки маппоинт для команды не придумали. Есть информация. Каравай отзонили немного. Десаут не попадает, к сожалению, по лоу-хэповому. Десаут. Есть минус от него. И по Мегарашу тоже есть информация. Но этот парень показал нам, что с Авиком он может нас удивлять и, возможно, удивит в очередной раз. Десаут и Бустер против него. Мегараж замечает одного. Есть минус по Десауту. И по итогу остается против Бустера. Кто окажется сильнее? Мегараж! Таракан, так, для Фандера будет очень-очень тяжело, потому что он знал, что игроки за дефолтом. Ой-ой-ой-ой-ой, прощай, Сережа, достает пистолет и делает счет 21-19. Всему Габелу
Добро стоит Мегараж и думает сейчас, что же делать, что же делать. А в это время Пока даже не видит на бочках своего соперника. Пока! Мегараж говорит, у меня что? Наушников нет, купите уши! Информация, где, Боже кто, мой. Почему? Ты же слышишь, у тебя на 9 тиммейта убивают. Есть инфа, что прошел уже подать чел. Что не так, ютуберы? Ой-ой-ой-ой-ой, это проблема. И это 1 в 4, для, 1 в 3 для инсайда. Авик на руках, 7 хп здесь. Пока, Пока! Неужели ты закончишь эту феерию фрагов просто вот таким нажатием ЛКМа? Нет, это делает Десал. 22-19. Это было супер плотно. Боя на Фандере, берет в руках. Ну и Хэфан по традициям желаем удачи, зрителям приятного просмотра. Леха, опасность, минус 2 дал, размен имеется от кровавая. Фандер, нужно каким-то образом сейчас здесь принимать своих оппонентов. 2-2 здесь, подошел еще один опорник. Фандер расчехлил берета и говорит, знакомьтесь, это мой один друг, а это второй. Пок последний, ну либо это... История, либо это 1-0 за командой не придумали. Подойдет и на нож посадит. Эх ты какой, Пока-Пока. Как говорится, раунд-то можно и проиграть. Ой! Бой в упоре. Зато от Фандера имеется фраг. Второй. Будет ли третий? Последний остается строго. Ну и здесь, скорее всего, он тоже будет... погибать. Ну да, строго здесь путь заказан. Закрывает его Денджер Леха. Найс! Бля, все, вы не успели. Нет, да, брат, нет времени. Успевают? Нет, они не успевают разминировать бомбу. Пока отворачивается от нее, погибает первый. Данжер Леха снова центр пропушил. И этот момент, конечно, может несколько, ну, не в тильт, конечно, вогнать, но раздосадовать команду быстро. Как же Леха любит заходить в туза. Слушай, он постоянно. Он постоянно где-то в спине. Он постоянно делает минус 2 со спины. И он снова берет клатч. Да как же здесь жестко Фандер разыгрывает в этой ситуации. Все было на стороне команды Бустера, но в очередной раз... не фартануло, не повезло. Шок. Ай-яй-яй. Есть минус по караваю. Шок заберет АК, но что-то сделать будет сложно. Да, экономика хорошая только у Десау, 450. Но нет, строго не позволил здесь ничего сделать. А есть флеш тебе? Да. Флешка его. Нет. Флешки. Не лезь. Хорош. Хорош, держи в Ере. Молчание. Рипик в исполнении защиты. От Данжер Лехи есть фраг по бустеру. Подбирает себе еще и калаш. Команда защиты. Ну и Леха на машине прям байтит на себя. Но Десауту выходить с Авиком на эту позицию вообще не с руки. Но от строго. Минус от Поки. Минус база пустая. Ай-яй-яй, Сережа видит над собой соперника. Сережа носков пытался дать, не получилось. И Фандер может забрать эту снайперскую винтовку, но он все-таки предпочитает... Нет, все-таки ее забрать. Фандер! Ой-ой-ой-ой-ой. Попади, Сережа, закончилось бы все 8-7 в другую сторону. Не вижу, не вижу, не вижу. На втором иду. Вернулся на первый, вернулся на первый. Окно пикло. Окно. Апсы, апсы. Апсы. Каравай с Аугом, ну и Фандер последний. Фандер попытается, конечно, но попытки его будут тщетны. А тут кейс есть? Да, кидай кейс. Кейс. Я выходит до конца. Колонна. На бусте. Там. Пикал банан. Тут бустер поджимает. Вот это интересно. Бустер жмет, закрывает одного. Десаут также прожал, закрыл еще одного, но по разменам 2 в 2. Ну и в итоге, как же здесь Леха... Переиграл. Переиграл, да.
перескакал, даже можно так сказать. Но Пока остается последним. Будет пробовать тащить эту клатч ситуацию. Банан вас. Найс! Хорошо. И Пока нет. Все-таки Денджер Леха герой этого раунда. Минус 3 от него. Хотя на секунду казалось, что все. Снова победа фриков. Это никого нет. Второй мидл. Ак, балкон. Убил. Ситуация какая? Мы сейчас вблизи. Вблизи проигрыша. Все очень плохо, но мы можем забрать. Счет 12-11. Один раунд до... ничьим. У нас есть огромный шанс, но и в этот же момент огромный шанс проиграть. С кем он разговаривает? 11:30 ночи. Уже 4 часа игра идет. Это только третья карта. Мы продолжаем. Окупает, но с другой стороны заход на базу Б имеется. Каравай за дефолтом имеется. Информация по пулу, погибает Шок. Попытка второго репикнуть Каравай. Отличная работа от него. И здесь пока что живет, строго берет себе Дигл. Так, Максим слышит своего соперника, устанавливающего бомбу. Промах и голова с Максим. 13-11. Команда Бусера в очередной раз берет преимущество на два раунда. Под балконом. Библиотека, блядь. Да. Это нахуй библиотека. Эгифон, стойте, блядь. Да я тебе. Не води. А, летит пикет бойлер и, точнее, ковры, и Денджер Леха, до свидания. А это проблема, ситуация 3 в 3, и нужно идти будет на ретейк. Слава, флешку накидывают, отлично, открылся под нее, закрывает Фандера, Шок на размене по бустеру, строго. Мегараж в это время убил Поку, ну и надежда на Ваню. Чек, убегай. Найс! Авик брать? Убить его там. Найс! Маппоинт для команды не придумали. Либо серию овертаймов, либо мы с вами идем на четвертую карту, которой будет Денюк. Прикройте смог! Смог! Зашел смог! Прекрасно оппонента за этими боксами, а Строга... Строга! Браво, Иван! И бумба-бумба! Извините за этот комментарий. Ебать! Хорош, давайте. И выстрел 2 в 2. И ретейк база в исполнении Team Booster. Чувак, я живу, погоди. Найс! Лучший. Окно! Убил. Выходить опасно, но... Ого, Мегараж. Вот это было больно. Ну давайте смотреть. Бустер пытался здесь на успех. Что? Здесь специально Строга не стреляет. Есть фраг от него. Мегараж на размене. Каравай последний встанет своей команды. Есть попадание и бежит добивать своего оппонента. Добивает. Нет, не добивает Фандера. Остается очень мало хп. Молотов. Ай-яй-яй-яй-яй. Досадный Молотов от Карабули. Но посмотрим, возможно, Карабули потащит. Нет, Карабули перестреливают. 17-15. Кинул. Давай, репик. Хорошо, там Банан бежит, Банан бежит. Пока 2 в 3, погибает бустер, 1 в 3 для Строга, и по нему есть вся информация. Найс! 3 мап-поинта для команды не придумали. А Пока услышал скоп в дефолте, Молотов под Строга накидывает, а здесь на бусте инсайд. Минус 2, размена пока от атаки нет. Пока. Минус фраг по Мегарашу. Бустер минус по Данжер Лехе. Два игрока. Это еще одна подсадка. Бустер, по-моему, успел заметить своего соперника. На стрифе кидает гранату. Флешка прилетает в лицо сопернику. 3 в 2. Но посмотри, где бомба. Здесь Слава просто отдает себя во благо команде, которая ставит бомбу на пленту А. И это будет ретейк. Точнее, попытка ретейка не придумали. Действовать. Ну что, нужно сдерживать, потому что они идут на ретейк. И сейчас Пока. Здесь попадание по инсайду. Не ведутся пока особо на этот выход команды не придумали. Они думают, что будет ротация по точку А. Здесь сидит инсайд. Инсайд ждет, пока выйдет у него соперник. Леха, как же ты живешь, Леха? Инсайд, дорогие друзья, 2 в 5. И Десаут находит фраг престижа, но бустер последний. Снайперская винтовка дает осечку. Это ГГ на карте Инферно. 19-16. Быть, Денюк. Легенды, блядь. Спасибо.
Вы понимаете, как все против нас? Братан, 16-14 не могли выиграть. Пиздец. Был поставлен именно под него, это вообще бред. Вот так, парни. Один встает вот сюда. Нам кто-нибудь заберите этот смог? Любой. Запомните, просто все запомните. Подходите вот сюда. Подходите вот сюда, вот сюда. Целитесь вот сюда. Он падает сюда. И типа у нас есть возможность с вами пройти. Мы спокойно. Все, повтори еще раз вот эти два. Смотри. Нам а третий тур будет. Вот первый. Он даже его можно с контролом. Сейчас, сейчас я посмотрю. И вот второй. Типа у нас все. Получается два смока. Один сюда падает. То есть ноль это вот эта позиция. Запомните, вот это ноль, просто позиционка на карте. Вот это радио, если я говорю радио пушит, значит вот здесь еще пушит рапы, значит. Если я говорю, допустим, ноль выбиваю, ноль это вот эта позиция, ноль. Шансы увеличились. Главное сейчас у меня остаться. Карта, которую играют оба плохо. Так, ну что, дорогие друзья, карта Денюк в защите, как и говорилось ранее, команда Бустера. В атаке команды не придумали. Первая пистолетка, Пока находит первый фраг. Данжер Леха погибает. И здесь пока что три фрага с одним разменом. Остается Фантер в соло. Потому что команда Бустера что-то не почувствовали на пистолетке своего соперника. Ну и, судя по всему, 1-0 именно за ним. Хотя, возможно, Фантер 1 в 4 попытается потащить. Бля, я чуть не обделался. Под нами, слева. Улица, за улица, красным. Парни. За красным под нами. Нахуй, вы все на белый полезли, а помните, о чем я вам да, говорил? Да, да, да. Помните, мужик. Вот один в один. Сейчас я с улицы вернусь. Вот один в один, что я вам и говорил. Ну и давайте смотреть. Минус от крова имеется по Наджер Лехе. Бомба пока еще не стоит, но я думаю, это довольно быстро. Сейчас изменит команды, не придумали. Да, ну и бомба ставится на базе Б. Сейчас раздебал соло. Хорошо, ребят, все, начало положено. Пацаны, улицу, улицу. Гол шифтом пройдем просто все вместе. Ну и все-таки стенка смоков имеется. Раскидка довольно плотная для игроков атаки прямо сейчас. Ну и проход на улицу начинает быть активным. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, заметил. Только немножечко как-то... И один вроде заметил, и друг... А, нет, Пока не заметил. Денджер Леха все-таки делает килл, и Пока остается без ЭВП. Выходим, парни, покажи. Остановка бомбы уже имеется. Фантер. Минус два. Размен от каравая. И последний остается в будке. Девятку никто не смотрит. Все, смотрит. Посмотри. Ой-ой-ой, он тоже его не видит. Но он за Пока вроде как идет. Да, но Пока все-таки здесь погибнет. Да, Пока погибать будет. Да, Пока погибает. И это сейф. АВП от каравая. Это 3-2. Это очень опасное начало для команды Бустера. Ой, здорово. Но Денджер Леха снова. Каким-то... Ой-ой-ой, да как же так? Ставлю. Мейн проверь. Алик, мейн проверь. Алик. 514 хп осталось у Денджер Лехи. Только проблема в том, что Юмп-то... А, ну вот. Если кто и может остановить этого зверя сейчас, это только свои. Выживайте, рам взял. Не знаю, что справа от него понят, но в это время инсайд минус по Поке. И все-таки Леха минус по десалту находит. Последний бустер остается. Просто всех назад. Файт не вышел победителем, а вот все-таки десалт погибает. От бустера имеется размен. Фандер сопровождает своих тиммейтов проходом на точку. А, хорошая граната. Бустер не дочекал 9 до конца, потому что вроде дал гранату, а Данжер Леха в итоге ее миновал. Строго идет на хелпу у Мегараша. Проблемы по ХП. И Мегараш видит своего соперника и перестреливает строго. Остается Пока и Каравай. Ноль, помогите. Бери. Мне кажется, один со смоком у тебя будет. Лево, слева, слева. Ай, блядь. А, нормально, нормально. Нормально. Поставили, хорошо. Хорошо, ладно. Пойдем. Лучше. Все, до конца. Ну, пока, я говорю, дыры в обороне у них есть. То есть у них спокойно могут пройти улицу, они ее не законтролят. У них спокойно могут пройти базу Б. Будка, будка. Я меня взорвали нахуй. Справа лоу ХП. Другой. Еще лоу ХП. И это 8-5, два раунда еще в первой половине нам надо посмотреть.
Вроде бы неплохо, а вроде как и уже мало. Все то, что сейчас делает команда бустера, они должны это сделать. Потому что если они и семерку не заберут в защите, при смене сторон может быть очень сложно. Я взял. Девятка есть. Я девять. Ну и на следующий раунд в итоге все ушли на сейф, понимая, что денег и так не очень много. Поэтому закупка будет комфортная у команды бустера. Но это последний раунд будет первой половины. И атака, конечно, здесь у не придумали. На очень хорошем счету. Слушай, до конца шип. Слева в нычке. Да добьет. Хорошо. И справа еще. Забрали все-таки забрали этот раунд у нас. Стримеры, но это 9-6, Гром. Нет. Я рампу отпустил. Убил. Все, да. Об этом не знают его оппоненты, но ему нужно подобрать оружие. Уже Е. 10-6. Да, 11-6, друзья. Сейчас будут деньги у команды атаки. Пока что первых фрагов нет. А вот и он. Фандера, о чем мы и говорили, что в защите этот девайс будет невероятно жестко карать. Второй минус от него в этом раунде. Еще лоу. Найс! Какая же жесть, какая же нереальная плюс мораль для ютуберов. И они все дальше и дальше уходят в отрыв. Слушай, ну, это, конечно, камбэк заслуживает нереального уважения. С 2-0 так вернуться, это просто жесть. Двое лоу, один лоу, все убили. Еще рампа двое. Одного хорош. И уравнял ситуацию до 4 в 4. Десаут. Контролит 20-ку. Шок на 22 хп. Флешка полетела. Еще даблкилла от Вандера. Локации в другом конце. Но Десаут последний остается. По нему информация была на рампе от Вандера. И здесь его готов встречать на точке А. Мегараж. Как только дверь откроется, скорее всего, поставит точку. 14-6. Два раунда до победы, а значит, два раунда до второго даста. Слишком много двоек здесь, и 2-2 по картам будет. У двери. Блядь. Двойные двери. Анте. Двери, мужики. Двери и мейн. Догоста. Еще один. Там мейн был. Положить. Возможно, следующий раунд будет под их эгидой. Есть фраг от Мегарашу, но его здесь уже команда бустера не отпустит. Да, есть по нему фраг и по инсайду, и только одного потеряли. 14-10. И с экономикой проблемы. Сейчас, скорее всего, один раунд отдадут. Чего? А представляешь, 16-14? Ну, это будет историческая штучка. Штучка, да. Штучка историческая будет, да. 9. Один радио. 10 хп. 10 хп. Что команда бустера закрывает это, не потеряв ни одного девайса. Перевес уже не кажется таким великим. Слушай, диглы, что угодно. Шок, если можешь, дай мне скаут, пожалуйста. Я тебе даю. Что тебе дать, фальсавн или дигл? Дигл. Дигл. Все, давайте, все нормально. Погнали! Ну и полетели. Есть его оппонент. Бустер погибает от Лехи. 3 в 4 большинство за командой ютуберов. Рампа спускается. Найс! И это целых 2 маппоинта для команды ютуберов. Получилось ничего. Каравай в пристройке. С этой стороны будет действовать. А в это время инсайд закрывает строго. Ой-ой-ой-ой, каравай, минус Денджер, Леха. Дальше. Ну, инсайда пока не заходит по стрельбе. Пока, браво, 3 в 3 ситуация. Мегараша не дочитали. Десаут последний, у него огромные проблемы. Ему... 9 не можешь?
заберите. 9, я взял 9. Только придет. Будет у нас с вами Dust 2. Слишком рано не уйдем. Это уж точно. На этом мы хорошо. 2-2. Осталась последняя карта Dust 2. Ну что, дорогие друзья, пистолетный раунд на втором дасте. Команда не придумали, начинает в защите, Team Booster в атаке. Последняя карта этого шикарного шоу-матча стартует прямо сейчас. А, и справа на миду. Блядь, мидл. Дефайте. Успел. Стой. Я да? Успел. Все-таки успел прочекать левый угол игрок команды ютуберов, и это 1-0. Это 1-0. Хорош! Не придумали, играли в атаке. Были выгодны эти качели. Так, Мегараш, его закрывает Пока. И пошли потихонечку дальше у нас, ребята. Ситуация уже... 5-2, Денджер Леха. Закроет кого-то или нет, нет, не получается. Фандер последний, не ожидает, что он на миду стоит. Десау, 2-2. Зика, бегу, Зика, бас. Давай, Зик. Сейчас, Зик. 20 секунд. Че, нам ждать? Вместе. Ой-ой-ой. И счет становится 3-3. Да! Господи, ой, что вы делаете? Цели. Острога-то с бомбы убегает и не убежит отсюда. Мегараш его здесь чекал до конца. И бустер бомбу забирает, убежит ли. Ой-ой-ой. И это все-таки экономический раунд для команды не придумали. Вот. Такие раунды, конечно, неприятно отдавать вдвойне. Где-то, наверное, убери. А, нет, Тэшка. Все, парни, лучше. Найс. Хорош, Лёх, только без азарта. Еще один раунд для команды ютуберов. Скорее всего, да, так и побегут. А здесь у нас Денджер Леха встречает строго. Первый падает. Там Фандер подсуетился из-под ланга. Фандер еще один минус. А бустер падает от Денджера Лехи. Последний. Он у нас пошел через лонг, заберет АК, но с этим АК что-то сделать удастся или. Алик, Алик, не надо, пожалуйста, такие вещи делать. Шорт! Чё, Пока двоих сразу забирает и уже 4 в 3. Ну и тут его, по идее, должны в тиски щемить просто команда бустера. Но Фандер отмечается фрагом, и последний инсайт остается. С вами имеем что? Правильно, с вами мы имеем то, что все-таки фрики забирают этот раунд. И это пятый для них. Бомба у меня, бомба у меня. Отнесите, у меня нет. Тихо, я живу. Ну и тут уже второй игрок на рифтах приходит, успевает ретироваться. Ой-ой-ой-ой-ой. Денджер Леха в прыжке ноускопом по Поке. И... Ну он же прыгает на меня, блядь! И на центре огромное скопление игроков атаки. Мегараш с Фандером просто разрывает центр. Ой-ой-ой. Центр пал. Здесь по-другому-то и не сказать. По этим условиям, как мы видим, подстроиться под них не мог. Давай, пошли, давай. Через мидл. Откуда? Отойди. Два бустер каравай. Против Лехи, Фандера и Шока. Так, Шок. С плентом падает в плент. Ну и Денджер Леха минус по бустеру. Каравай последний, 1 в 3. Нужно забирать. И они забирают. Забирают 11-5. Близко, да? Найс! Последний строго остается. Ну и в руках Зевс. Это значит, что, возможно, мы услышим тот самый крик, если он, конечно, с этого Зевса кого-то убьет. Ну и инсайт выйдет сейчас, даст информацию путем либо потери собственной жизни, либо же фрагом. Ну все, пикаться он здесь точно не будет, ему это не с руки. Ну а на лоу хп тем паче. Ну и в итоге Фандер минус по строго 12-5.
И нужно 7 раундов подряд команде Бустера, чтобы только догнать соперника. А до победы и вовсе 11. Умница. КТ, вас, КТ. Возьми про. Оставь, оставь, Миграш, я убью его. Я не пикаю, мне похуй. Просто я подожди, пикаю. Я вас убью. Найс! И снова нет денег. Выход на 14 для ютуберов. Так, ну смотрим. Попытка первого пика. Пока что снайперская винтовка пытается отсюда уйти. Инсайд живет, но недолго. Десалт его перестреливает 4 в 2. НТ, НТ, братан, хорошо. Ну, один есть, хорошо. Один есть. Ну, если сейчас еще не дать там подобраться к 15-му, будет вообще идеально. Блять. Ты на HP. Без вариантов. Браво, 13. Видел. А, блин. Почти развалит. Так, и вот теперь уже слышно команду Бустера в зале. А это значит, что парни постепенно и сами начинают верить в свой камбэк. Но мне кажется, знаешь, где-то в закромах внутра есть еще силы и есть еще что-то, что позволит команде Бустера раскрепоститься. А, блядь. Бля, бля! Такая же ситуация, как и на нюке была, по сути. То есть счет 14-6, нужен камбэк, камбэк происходит. Единственное, что на нюке, конечно, не дожали. Вот это грустно, вот это печально. А здесь, пожалуйста, 13-10, тоже возвращение, но пока еще о полноценном возвращении говорить рано. Еще КТ поиск. Бомбу ставишь? Заебись вообще. КТ. НТ, НТ. Попытается не выпустить соперника на эту позицию, но здесь инсайд в соло, причем идет без флешки, но это довольно опасный маневр, который может привести его к погибели. Да, погибает он, Данжер Леха также по ХП очень жестко просел, 15 у него, и он в итоге выходит, тайминг и минус по десауту. А тут у Вячеслава проблемы. Так, Молотов, от Бустера еще и фраг, причем в голову, размен от Фандера, 3 в 3, и полетели стенки смоков на КТ. Где вас? Там, наверху, там, наверху. Там. Взял, 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 взял. Хорошо. Три опорника. Один уже падает, второй уже падает. Мегараж, отличная стрельба от него. Бегай, бегай. Что ты просто не видишь? Команда соло. Три здесь. Сменяй. Да, да, да. Все, убирают. Бам. До свидания, строго. 2 в 2. Кидай смог. Какой, да? Блять, чтоб долго пизда. Попробуй не умри. Затишье и каравай на приемке под шартом. Каравай, хорошая стрельба. Каравай, минус 2 от него. Браво, ситуация уже 5 в 2. И все-таки, скорее всего, это выход на 14 от команды Бустера. И после времени Фандер погибает, там денег не будет. Близко. Китай, Китай, Китай. Один в один против строга. Что это, снайперская? Все, хватит, хватит. Заринаки, отъебать надо, блядь. Ну не то, что хватит, блядь. Да, вот это матч, друзья. Оказалось-то уже все так близко. Все, шоги, погнали, собрались. Возможно, все это было зря. Но команды сейчас покажут, кто же все-таки более волевой, кто же все-таки более стрессоустойчивый, у кого же запас сил и нервов больше. Ставим. КТ есть. КТ близко. Рассвет. Нет. Найс!
Хорош, надо подставить. Еще смогу. Ай, бля, арест. Обходи, выходи, бля. Выходим. 4 в 2 уже. Шок пытается поработать по дефолту. Каравай минус 3. И все-таки Фандер снова 1 в 3 остается. И команда бустеров в численном перевесе. А там тем более со спины приходит Пока. Ой-ой-ой. Но было близко. 17-16. Подожди, давай будет. Следуем у Фандера. У Фандера есть молотов ответ. Фандер горит. Фандер сгорел. Данжер Леха минус построга. 3 в 3 ситуация. Попытка выйти через Люну в исполнении команды бустера. И здесь что-то придумать. Так, видит Мегараж и Мегараж. Минус бомба, минус бустер. И в итоге Пока остается вдвоем с своим тиммейтом. И что же там? Пока погибает. Последний каравай остается. 1 в 3. И очень битый инсайт. Но позиционка здесь очень хорошая у команды. Плент и сейчас налево смещает свое внимание. Добивает игрока. Это был Мегараж. И дальше ситуация 1 в 2 для него. Хорошо, Лёшенька. Умничка, мой маленький мальчик. В итоге это 17-17. Установка бомбы. Ой, какой же тяжелый ретейк будет. Данжер, Леха! Вау! Там попадает. Как он вообще попадает? Это был ноузум через смог. Просто в сторону. Куда-то в сторону. Данжер, Леха. Еще и строго забирает ноузумом. Это серьезно вообще? Туннель. И тачка. Да! Нет. Все. Ай-яй-яй-яй-яй! Не получилось! Он уже побежал дефьюзить бомбу, потому что он думал, что он убил его в голову Сауга. Еще есть 4 игрока, которые также могут принести не победу, но могут вывести на очередные топы свою команду. Получится это сделать или нет, мы узнаем в ближайшее время. Бустер минус Данжер Лех опять в 3. Пэш кидай, ломка минус. Шорт. Ой, сорян, блядь. Спасибо за игру, это, бля, легендарная хуйня была. И такого подного дерьма я еще не видел, бля. Это было просто разъем какой-то. Парни. Пиздец, мне очень понравилось играть. Спасибо за игру, блядь. Ладно, спасибо. Ну, это был самый сложный матч, который я вообще помню, правда. Очень серьезно все было. Спасибо за просмотр. Спасибо за то, что ты меня смотришь. Подпишись на канал прямо сейчас и не пропускай мои новые ролики. И не забудь нажать на колокольчик. С тобой был я, Шок, и моя команда. Фандер, Шарф, Инсайд и Danger Мегараж. Пока.